Hey, yo, guys, с вами Шмики, и это у нас, так сказать, серия будет посвящена тому, что я, скорее всего, гусеницу достану. Я думал, нам будет то, что мы взяли, это уже одна из душ из трех. А херушки там, а душ, оказывается, все равно нужно будет выбивать. Короче, у нас остается одна гусеничка. Гусеничка. И все, и здесь, по идее, первая душа, которую мы будем сейчас одолевать. И, по крайней мере, пытаться одолевать. Только что-то я... Блин, на наши там промежутки между ними. Если так, ну да. Воу-воу-воу! Нифига себе! Чувак, ты гонишь? Воу-воу-воу-воу-воу! Нифига себе. Не, ну вот это, ребята, на самом деле... Так... Как бы... Поспокойнее сказать, просто пиздец. Он наносит по 2 урона. Мне здесь, слушай, вот серьезно, надевать вот этот камень, который... А как мне провернуть это дело? Ой. Пожалуйста, не убивай его. Я, кажется, понял, как можно туда попасть, но это невозможно. Первым делом, да, это нужно... Хотя, я вру. Это довольно все было просто. Просто я тупой, не догадался сразу. Метаморфоза получена. А теперь осталось самое главное, это выжить и не умереть по пути. Поэтому набираем душ, идем хилиться и отправляемся в путь. Как я сразу не додумался, что так можно сделать, ё-моё. Дэш. Дэш. Ладно, 4 мне должно хватить. Должно хватить.
Ух. Хотел прыжок нажать, ну ладно. Метаморфоза. Вызываем. Так, а теперь... Так, здесь первого мы одолели. Куда отправляемся за вторым? Так. Здесь мы отправляемся за вторым, да? Ага. Мне нужно просто подняться поверху и... Да. Отлично. Значит... Так, сколько ты там стоишь? Трёшку, да? Так, готово. Ехали. Не туда, не туда, не туда, не туда, не туда, не туда. Это бездна. Мне нужно наоборот наверх. Готово. Пламя поглощено. Так, метаморфозу я сейчас могу получить. Я сейчас здесь, да, получается, мне нужно наоборот вниз спуститься. Я наверху, мне нужно вниз. Тогда спустимся вниз. Ой-ой-ой-ой. Когда спустимся вниз. Ходим с вами за. Последний как раз детали. Все равно по пути. Все равно по пути. Так. Поехали. Вас это снимаем. Так. Нужно вниз. Окей. Да, беготня, конечно, 9 минут только прошло. Считай, сейчас туда-сюда и мы уже закончили. Сейчас туда-сюда и так учили. Окрестности дворца. Короче, как надо говорить, сначала идем в забытое перепутье, да? Не.
Сначала мы идем в Рязмут. Куда я пошел? Да потом нужно идти. Дима. Грязмут, поехали быстрее. Из Грязмута мы идем сначала к нашим этим гусеничкам. После гусеничек мы идем с вами уже. Уже обратно сюда, наверх, на подъем. Готово. Гусенички, поехали. Привет, привет. Ура! Иду у короля. Пипец у денег. Элегей куколки. 3. Трёшку стоит, в принципе. Блин. И это 3 стоит, и это 3. Ярость 2. Всего у меня ячеек 10. Но мне нужно с плюс с этим еще ходить. Я все души собрал. Стоять. Я все души собрал, это хорошо. Поехали, сначала дадим души. Ну, сначала отдохнем на стульчике. И на всякий случай, кто знает его. Поставлю урон. Поехали. Что? Тут есть проход еще дальше. Ой, что стрёмно. Это его сон? Сердце. Король кошмаров Грим. Вау-вау-вау. Эй-эй-эй, я даже это, если что... Успел, да, урон нанести. Ё-моё, разве это рили? Возможно. И что, это постоянно я буду смотреть? Парим.
Вот. Что мне делать? Это... Ну, Изрил. Камон. Камон, да за мной Изрил. Пипец. Как его убить? Невозможно. Каждая атака наносит по уроном. Я могу только получить 1, 2, 3, 4. 4 удара. После 4 я сдыхаю. Поехали. Если что, это походу финальный босс ЛЦшки. Пипец. Сложечно. Да ё-моё! Как мне это? Просто фим-фим-фум. Могу быть уверен в 10 000% то, что это еще не все. Что это только первая мини-фаза у нас. Пипец. Нерушимая сила. Что будет, если вот так делать? Я лично не знаю. Я не знаю, ребят. Давайте попробуем так. Ну вот, видите? Лезвия вот эти. Попробуем такой механикой убить его. Ролик кошмаров Грим. То есть потом я не могу, да, атаковать? Что-то я, кажется, немножко не понял. Так, содержимое в себе благодарность всех гусеничек, которые бы помогли перейти на следующую стадию жизни, наполняет ваше оружие священной мощью. При полном здоровье ваше будет использовать добело раскаленные лучи при каждом ударе. Кайф, это когда полное хп. В скобочках, ну, зрил. Нереально. Нереально, чтобы у меня было full хп на боссе. Ладно. Меняем сроту. Тогда меняем сроту.
Блин, но это тоже не будет работать, потому что он наносит по 2. Давайте такое. Хотя можно поставить бессмертие. Можно поставить бессмертие. Неуязвимость, где моё? Быстрые удары и все. Если я могу без вот этого. А ну. Могу я так сделать? Понятно. Ой, классно. Никогда не хватает ячеек. Вместо чего тогда тебя ставить? Давай длинные лего гвоздя вместо. Вместо длинного гвоздя поставлю тебя. Я так, знаете, еще подумал, давайте я лучше заранее пойду, короче, заберу. Забытое перепутье, потому что вдруг мне, если вдруг, я повторюсь, заберут кольцо, чтобы я потом не мучился. А если я босса убью, вдруг мало ли заберут. Трамвайчик, трамвайчик, ой ты, трамвайчик. Так, мне нужны ниши, значит. Трамвайный. Мое благословение, мое особое благословение специально для тебя. Ты его заслужил. Марибо, ты носишь сразу много амулетов. Скажу, ведь это так интересно. Подыскивать самое лучшее сочетание. Не знаю, заметил ли ты, но некоторыми амулетами нравится быть вместе. Да. А когда амулеты нравится быть вместе, то они ярче сияют и слаще поют. Вот тебе еще причина опробовать больше забавных и причудливых комбинаций амулетов. Ты ведь покажешь мне свои новые любимые сочетания, да? Пить. За 800. Пить. Милый мой, благословлю тебе. Ты более чем заслужил это, как мой сногсшибательный красивый постоянный клиент. Я чё мог получено благословение Салюбры. Так, благодарованная любительница амулетов Салюбры. Вы за блаженными будут следовать красота да любовь. Да, надеюсь, мое благословение принесет тебе все, что пожелаешь. Заходи почаще, золото. Блаженный. Мамочки, мамочки, ты взял и скупил все мои амулеты. Какая же у тебя теперь потрясная и пестрая коллекция? Да, ты теперь еще и привлекательна, когда они так и блестят, и сверкают на твоем панцире. На продаже у меня ничего нет, но ты не тушуйся. Непременно заходи еще ко мне в гости. Такой франт и постоянно наведенный в мой магазин. Готова спорить, мне все в деревне завидуют. А еще что-то скажешь?
Марио, усё. Я не знаю, навряд ли это сработает тактика, но нужно будет попробовать. Последний огонь же исчез. Да, исчез. Ну что, зашибись, у меня теперь все кольца есть. Только я почему-то все равно не вижу разницы, как я наносил урон. Мне кажется, так и наношу урон. Как наносил, так и наношу. Ну, этих я с одного уже убиваю. Этих я убиваю с одного. Так, стоять. Куда-то я забрел не туда. И очень высоко, да, пошел? Да, очень высоко пошел. Дима. Грязмут, поехали. Я не знаю, как это пройти. Как это пройти? Можно, в принципе, свергнуть его. Как говорил тот шаман. Вариант. Когда у меня не будет этого летуна, с одной стороны. С другой стороны, нафиг он нужен. Если я все равно сдыхаю от нескольких ударов врага. Хотя, знаете, что можно где-то... Хотя, не-не-не. Я буду просто жир, ну... большим уроном, ну вообще мне не будет ничего. Ой, с большим хп, но урона вообще не будет никакого. Вот как, ну как, ну блять, как, сука. Как мне воевать так? Блин, хорошо, если что, если мне не получится, я еще попытаюсь без записи подряд. Это без записи смысл. Да, я просто сдох. Ну как, ну как, ну что мне нужно было делать? Я даже просто не понимаю, что мне делать. У меня выбора нет никакого. Его я точно не убью. Тактики я тоже против него не знаю. Король кошмаров, Грим. Нужно научиться сначала просто, типа... это было так уходить. Блин. Дело в том, что я могу максимум нанести 2-3 удара. И все. И потом я просто умираю. Даже уязвимость в какой-то степени не помогает мне. Как будто она и даже мне там не стоит.
Блин, я просто прыгнул на его атаку. Блять, первая фаза, ну иди. Почему я пошел? Почему пошло тут? Записывалось. Я это. Уже жопа горит. Ритуал. Где он, последняя форма у нас? Да. Символ завершенного ритуала, внутри него танцуй живое алое пламя. Пиздец. Короче, ребят.
вы понимаете. Давайте поэтому на этом заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и... Блять, это было жестко. Всем пока.